Приветствую вас. По вашему вопросу складывается ощущение, что вы задали его в раздел эзотерики, ну, то есть ошиблись разделом и написали не туда. Вот, но если уж так получилось, что написали вы психологию, и ваш ответ не перенесли, то давайте попробуем ответить с позиции психологии. Вы пишете, верно ли и своевременно ли мое решение поменять место работы? С точки зрения психологии я должен задать вопрос, а исходя из каких точек отсчета, исходя из каких критериев можно говорить о верности и своевременности принятия решения. То есть, чтобы решение было верным, нужно на что-то опираться в оценке его как такового. Чтобы решение было своевременным, нужно опять-таки опираться на некую систему отсчета, чтобы как бы понимать, где есть своевременно, а где нет своевременности. Точка отсчета в данном случае очень сильно важна. Точка отсчета и система отсчета. Это нужно понимать. Ну, по крайней мере, это желательно понимать. Желательно понимать это вам. Конечно, в первую очередь. Вот. Далее вы пишете одно. Все ли пройдет гладко. Но, опять-таки, если вы меняете работу на ту, вот, которая вас устраивает, которая вам нравится, которая вас привлекает, которая вам интересна, которая вызывает у вас ощущение того, что вот если работа вызывает у вас интерес, если работа вам нравится, то тогда, конечно же, все пройдет гладко. Ибо проблем никаких не будет с тем, что вы перейдете на новую работу. Я не вижу, по крайней мере, никаких проблем, связанных с этим. То есть, по моему мнению, если вы приняли решение, исходя из своей оценки, исходя из своих взглядов, исходя из своих предпочтений, именно исходя из своих, то есть не из предпочтений других людей, а именно из своих, то тогда все в порядке. Тогда все более чем в порядке, потому что это то, что и должно быть. Далее, вы спрашиваете, не совершаете ли вы большой ошибки. Опять же, необходимо определить критерии этих ошибок. В психологии, если вы задаете вопрос в раздел психологии, нельзя однозначно сказать, совершаете вы ошибку или нет, потому что непонятно, что для вас является ошибкой, а что нет. Непонятно, что для вас есть ошибка. И тогда можно говорить о том, что вам для ответа на этот вопрос требуется все же задать критерии ошибки. То есть, что вы можете воспринимать как ошибку?
что для вас может являться ошибкой. Вот ответ на этот вопрос поможет вам определить то, может являться ошибкой то, что вы делаете, смена вашей работы или нет. Это то, что касается непосредственно вопросов, которые вы задаете. Дальше, значит, в принципе, то, что я хочу вам сказать дальше, то, что я хочу спросить вас дальше, касается мотивационного поля. Мотивационного поля того, что вы спрашиваете. Что это значит? Мотивационное поле того, что я спрашиваю. Того, что вы спрашиваете. Мотивационное поле, это означает мотивацию вашу, которая влияет на вопрос. То есть, иными словами, почему вы задали этот вопрос? Вы в чем-то не уверены? Вы в чем-то сомневаетесь? Если так, то в чем вы не уверены? В чем вы сомневаетесь? Ответ на этот вопрос тоже поможет вам определить те самые причины, которые побудили вас задать вам этот вопрос. Потому что, еще раз хочу повторить, психолог не гадает. Психолог не предсказывает, не предсказывает то, как будут развиваться события. Дело в том, что мы не знаем вас. Мы не знаем вашу ситуацию, мы не знаем вашей работы даже, мы не знаем условий вашей жизни. И говорить о том, о чем мы не знаем, без информации, мне бы не хотелось. Это, мягко говоря, безответственно. И потому, если вы заинтересованы в том, чтобы мы вам помогли, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, то я бы рекомендовал вам все-таки обратиться за личной консультацией. Или наполнить свой вопрос несколько более подробно, чтобы мы могли ответить на него. На этот вопрос, на ваш вопрос, дать более подробную характеристику, дать более подробную оценку ему. Можно это будет сделать только с учетом всех тонкостей, которые вы можете дать, если пожелаете как-то раскрыть информацию, больше дать информации о себе, скажем так. А пока вам будет такой ответ. Я понимаю, что это не прямой ответ на ваш вопрос, я понимаю, что, возможно, это не то, чего вы хотели бы услышать сейчас, но другой ответ я дать не могу, как психолог. Я считаю, это было бы неэтичным давать вам другой ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.